Вот сделали площадку для мини-футбола. Замок висит на двери. Вот внутри посунуть можно. Ворота поставили и уже играют дети. Ну, постарше, да? Которые могут играть в футбол. А те, которые поменьше, они вот в той песочнице, которая осталась. Ну, эта площадка, она во дворе домов 19-21. Это вот те дома, да? А тот дом, 22-й дом. Ну, вот там качели, которые здесь стояли, конечно. Сегодня 12 июля. Привычно, наверное. Потому что немножко обтрепался. Дети уже играют.